Всем привет, большие и маленькие любители крупных калибров. С вами сегодня в эфире Александр Петров. И мы продолжаем делать видео по игре Train Valley. Я напомню, что если наш видос набирает 50 лайков, то мы продолжаем прохождение игры. И, в общем-то, он это сделал. И снова с нами Train Valley. И на этот раз советская компания. И мы конструируем ракету. Самую настоящую ракету. И будем запускать ее в космос при вашей творческой помощи. Ну, точнее, наверное, при моей помощи и при вашем воодушевлении меня на этот процесс. Так, в чем же будет у нас тут задача? Нет, туда нам не надо, наверное, вот сюда поедем. Здесь у нас будет приезжать состав вот отсюда и привозить компоненты ракеты. Красный вокзал дается нам первый в доступ. Кстати, совершенно рандомным образом спавнятся вокзалы. Давайте прям сразу привезем пока первый паровоз. Какие у нас здесь задачи? Не останавливать поезда, доставить минимум 10 дополнительных и не допускать аварий. Ну, выглядит все более-менее, конечно, лайтово, но на практике черт его знает, что у нас получится. Так, на красный вокзал. Ну что ж, мы сейчас отвезем вот этого и я думаю, что будет в самый раз. Так, а здесь у нас можем, кстати, запустить сразу серый поезд. Отлично, мне кажется, какое-то определенное количество дополнительных поездов мы все-таки сейчас осилим. Главное тут сильно не запариваться системой, чтобы ничего не пропустить. Посмотрите, какие совершенно потрясающие ЧМЭ-3, чмезики, идут такие чисто советские локомотивы. Их и сейчас у нас достаточно прилично ходят на рельсах нашей с вами страны. Чешские это вроде бы локомотивы. И вот здесь нас поджидает первая проблема, как нам поезд вот сюда пропустить, не разворачивая. Ну ладно, мы, наверное, сейчас сначала пропустим сюда вот зеленый поезд, а отсюда будем делать новую, видимо, ветку вот сюда и вот сюда. По деньгам нам вроде хватает, отлично. Так, первые запчасти ракеты идут вперед. Сейчас посмотрим, главное ничего не перепутать и не пропустить. Ну, должно быть все более-менее нормально. Здесь мы, к сожалению, мы можем запустить этот поезд. Кстати, мы его запустим. Посмотрите, как медленно идет состав. Очень медленно идет. Ну, я думаю, что мы должны успеть, по крайней мере. Будем стараться. Я хочу в обход его вот здесь тык-тык-тык-тык-тык и вот сюда вот запустить на красную ветку. Сейчас попробуем. Главное, чтобы этот... Посмотрите, он везет головной обтекатель, друзья. Не понимаю, почему, правда, постройка идет с головы. Логичнее все-таки начать с ракетный двигатель. Но, возможно, он везет разные вещи каждый раз. Потому что мне кажется, что в предыдущий раз он вез именно маршевый двигатель. Ну ладно. Так, один в серый, один в голубой. Блин, с голубым, конечно, серьезная проблема. Но придется так иначе все равно его отправлять. Никак я не могу по-другому здесь ничего сделать. Ладно, погнали. Надеюсь, что ты успеешь здесь пройти. Так, а ты у меня пойдешь в серый вслед за голубым. Все ли правильно здесь ветка идет? Да, вроде все нормально. Ну что, погнали. А ты пойдешь следующим и пойдешь ты на серый вокзал. Так, синий вокзал построился. И мы сейчас приобщим его к народу. Вот так вот у нас пойдет. Так, ты пошел на голубой, заходи. Вот сюда, конечно, бред кататься вокруг света. Но это же Советский Союз, друзья, у нас все так в стране работало. Проедь половину страны, чтобы добраться до туда, куда тебе надо. Окей, желтый, ой, блин, уже желтый вокзал построился, черт. Ну, кстати, с желтым вокзалом есть, смотрите, есть вариант. Можем вот сюда толкнуть его. Эть, стой, вот сюда, поехали. Если мы хотим сделать здесь именно все с ачивками, то крайне затруднительная тема не останавливать поезда. Поэтому надо за всем очень сильно следить и, не дай бог, мимо никуда не проехать. Так, ты на синий вокзал тоже, в принципе, можешь здесь достаточно спокойно проехать. Вроде все четко. Так, ты идешь у нас на зеленый. Окей, фиолетовый вокзал еще нам стал доступен. Окей. Так, идет у нас следующая часть ракеты, друзья, и надо быть очень внимательным, чтобы
ничего не напортачить. Здесь вроде мы тоже можем загнать тебя на зеленый вокзал. Надо внимательно пропустить этот поезд, чтобы ничего там никуда не проехало мимо. Да, очередной ЧМС везет среднюю часть ракеты. А, друзья, нет, смотрите, все правильно. Головной обтекатель, вот он первым как бы начинается. Он появляется здесь у нас на стартовом столе. Ну, тогда все понятно. Так, на фиолетовый. Нет, никак ты до фиолетового сейчас не дойдешь, пока не пройдет наш центральный... Центральная часть ракеты. Блин, ну посмотрите, как в Советском Союзе все. Зеленый дым. Мне аж прям кашлять захотелось. А, стой, блин, чуть не проехали мимо. Слава богу, успели. Оранжевый вокзал еще построили. Ё-моё. Так, ну что, я думаю, до фиолетового ты сейчас так или иначе должен доскрепсти. Ай, не в ту сторону поехал. Черт, придется восстанавливать. Посмотрите, это уже ВЛ, друзья. Это самый настоящий ВЛ. Все, придется разворачивать. Ладно, черт, ну развернем, что делать. Не получилось у нас сделать с двумя ачивками. Ничего страшного, я думаю. А тут мы, кстати, мимо проехали. Это нам вообще надо было на синий вокзал. Так что мы тут молодцы. Тормозись, друг. Короче, надо попробовать выполнить хотя бы тогда второе задание на количество поездов доставленных. Давайте их тоже попробуем еще сделать. Время у нас, кстати, не так уж и много. Ну, в принципе, есть. Попробуем. Так, здесь на желтый вокзал поехал. Ты на голубой. А вот сюда вот. Вроде должен успеть. Ты едешь на фиолетовый, ты поедешь сейчас на серый. Переключайся, переключайся, есть. На серый вокзал тоже залезешь. Нормально, сейчас мы всех тут разрулим. По-быстрому, давайте еще паровозов. Ай, стой! О, черт, успел в самую последнюю секунду. Так, с оранжевого пошел дальше, пошел опять на голубой. Хорошо. С этого идешь на красный, давай. Нормально, на красный идешь. Все, здесь не успеем, сейчас пройдет красный паровоз. Так, движуха прям настраивается. Все, нормально. Этот сейчас заходит на красный, ты пойдешь на... А, стой! Блин, да что ж такое-то? Слабо успел. Ну, как успел? Не то, чтобы совсем успел. Практически успел. Тебе надо ехать вот сюда, друг. Тебе надо вот сюда ехать. А где у нас был на серый вокзал? На серый вокзал. Пошел, пошел, пошел на серый вокзал. Пошел, слющий, на серый вокзал, пошел. На белый вокзал пошел, на серый вокзал. Все, здесь нормально. Было бы прикольно, если бы они еще стрелки за собой переключали, тогда вообще голову бы сломаешь нахрен. Так-то еще более-менее. Так, с желтого на синий. Ну, окей, это можно сделать. На синий ты пойдешь сюда. Ай-яй-яй, идет суперпоезд со всякими интересными штуканами. Сейчас нам надо еще вот оранжевый добить. Я думаю, что мы должны успеть протиснуться куда нам надо. Так, а ты идешь на оранжевый вокзал. Нормально. А тебя мы сейчас запустим на зеленый. Ну, с заднего хода, я думаю, ничего страшного. Ты не обидишься. Черт, не туда поехали. Ладно, чуть-чуть притормозим. Потому что так мы, блин, с крыши сейчас уедет, прежде чем. Давайте еще один поезд сделаем. В надежде на успеть-таки. Может, все-таки успеем дополнительных локомотивов. Тебя надо на оранжевый, мама дорогая. Ладно, на оранжевый мы тебя, кстати, довезем. На оранжевый нормально. На оранжевый ты прям хорошо идешь. А он, смотрите, он везет уже двигатели. Двигатели везет. Шикарно. А, на красный ты здесь не проедешь. На оранжевый ты не проедешь. На зеленый ты проедешь, но опять таким же раком. Ну хорошо, пусть на зеленый. Так, ты, дружище, разворачивайся потихонечку. Главное, чтобы сейчас затыка с поездами не было, а то они начнут отправляться. Если полные вокзалы, поезда начнут сами отправляться, и нам это не годится. Так, разворачивайся, пошел. Стой! Стой, 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 стой. Разворачивайся и заходи на зеленый вокзал. Нормально. Так, эти пошли. На желтый вокзал. Нормально, ты у меня проходишь. Так, смотрите, заходит уже двигательная часть. Она, кстати, вроде как будто там уже существует. На желтый. Сюда, 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 сюда. Вроде да, нормально проходит.
На оранжевый никак тебя не пропущу, но могу. Класс. Поехали! Шикарно, друзья. В 78 году мы запустили таки Гагарина в космос. К сожалению, 10 поездов не доставили. Но, блин, совершенно шикарный просто сценарий. Очень классный. Бывает, знаете, достаточно такие грустные сценарии. Ну, ничего особенного тут не надо делать. А бывает, реально, блин, заряжает позитивом. Зажигание, поехали, и ракета улетает в космос. Ну что, друзья, если хотите продолжение Train Valley, обязательно поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал. С вами Александр Петров, увидимся в следующем видео. Всем пока.